Сегодня же состоялись плановые консультации между аппаратами Советов безопасности Казахстана и России. Они прошли под председательством Нурлана Ермекбаева и Николая Патрушева. В консультациях также приняли участие руководители и ответственные сотрудники соответствующих госорганов двух стран. Стороны обменялись мнениями по различным вопросам в области противодействия религиозному экстремизму и терроризму, военно-технического сотрудничества и регулирования миграционных процессов. По итогам консультации был подготовлен протокол в целях реализации достигнутых договоренностей.